В Гомеле стартовал областной этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков. «Золотая шайба» на арене Ледового дворца соревнуются ребята старшей возрастной группы дивизиона «Б». Это команда районов и городов, на территории которых нет сооружений с искусственным льдом. Всего в заявке 20 команд. Сильнейших они будут выявлять на протяжении 4 дней. Конкуренция обещает быть серьезной, и нынешняя зима благоволит хоккею как никогда в последние годы. Из-за стабильной морозной погоды с ледовыми площадками для подготовки проблем быть не должно. Вполне хорошо, заливали коробки, каждый день тренировались. Почти все приходили, иногда даже все. Каждый регион смог организовать полноценную подготовку среди своих команд. На естественном, как говорится, естественные коробки, естественный лед. Все обеспечены формой на сегодняшний день. Ну и на таких массовых соревнованиях это тот азарт у этих ребятишек, который дорогого стоит, у них горят глаза, им нравится играть в хоккей. Ну и победители, от них мы, конечно же, ожидаем достойных выступлений на республиканских соревнованиях. Команда победителя областного этапа отправится на республиканский финал, который в марте пройдет в Раубичах под Минском.